Всем привет! Сегодня я покажу вам семена, которые мы вчера купили. Мы ездили в место, которое очень популярно в интернете. Называется это компания Baker Creek. Вот у них, ну, вот здесь вот их сайт, редкие семена. И там, ну, большое количество различных семян, большой выбор. Вот. И вот я купила семена. Вот какие разные семена я купила. Ну, сейчас я покажу. Купила я, значит, патиссоны. Сейчас буду сразу показывать цену. Вот, за 20 семян $2.75. Вот, вот такой вот сорт помидоров, называется розовый аккордеон. Они по замыслу должны быть крупные, необычной формы, красивые. 25 семян за $2.50. Так, дальше взяла я семена зеленого горошка сладкого. 75 семян за $2.50. Вот, взяла вот такую вот дыньку. Ну, я смотрела в описании, что все было вкусное, необычное. Вот, вот такая вот дынька. Вот, очень сладкая. Из Франции этот сорт пришел. 25 семян за $3.50. Эти дыньки, они вообще небольшие по размеру. Маленькие должны быть, но очень вкусные. Вот дальше семена огурца парижского. Тоже из Франции пришел этот сорт. За 25 семян $2.50. Вот, муж любит очень зеленую фасоль, поэтому я купила два сорта зеленой фасоли. Вот, один сорт китайский сорт. Длинная фасоль. Вот 25 семян за $2.50. Вот, вот это вот обычная фасоль зеленая, очень популярная в Соединенных Штатах. И смотрите, как интересно. На фото рука, и моя рука как бы продолжение. Вот. За эту фасоль, за 40 семян, $2.50. Идем вверх. Вот это вот вообще огурец. Многие называют огурец, африканский огурец. По-разному. А внутри мякоть у него, вот семена, как желе. И по вкусу напоминает, вот здесь написано, что-то между бананом и лимоном с кислинкой. Вот необычный такой вот овощ. Я вот эти семена, кстати, заказала где-то месяц назад. И мне они не пришли. Но я заказывала совершенно не с этого сайта. Я у одного продавца заказывала на eBay. И семена почему-то затерялись или что-то случилось, я не знаю. Я семена не получила, мне деньги вернули. Но дело в том, что я просто хотела очень вот это вот, вот этот вот овощ. И я семена эти все-таки приобрела. Вот, за эти семена я заплатила $3. Это 10 семян здесь. Но это редкий такой овощ, поэтому дороже, чем обычные какие-то семена. Дальше идем. Это мамордика. Я снимала видео про мамордику. Я дам ссылочку. Вот, мне нравится этот овощ. И я заказывала семена напрямую с Китая. Два, вернее как, один сорт я заказала с Китая. Мне пришли семена. И другой я с Соединенных Штатов заказывала. Немного другой сорт. Буду сажать. А вот это вот третий сорт. Он длинный. Вот видите, он длинный. Обычно они маленькие или вот среднего размера. А вот это длинная мамордика.
Вот за мамордику я отдала за 10 семян 3 доллара. Вот мамордика вообще не дешевая. Вот очень необычный овощ, очень полезный. Вот дальше. Вот этот мужчина, он по всему Миссури на плакатах изображен. Вот эта вот компания, реклама идет. И вот этот мужчина, он, видно, основатель, что ли, не знаю. Но вот посмотрите, что он держит в руках. Вот именно вот это я и купила, вот эти семена. Как правильно перевести их, я не знаю. Но, по всей видимости, это какой-то кабачок. Вот, какой-то кабачок. Вот, приготавливать его как кабачок можно. Можно высушивать, и он будет просто в такой вот формы сухой. Для украшения, для каких-то творческих работ. Разукрашивать его, кормушки для птиц делать. Вот, но также его можно использовать и как овощ. Жарить, парить, тушить. Вот. Это гигант. Вот здесь вот даже написано giant. Это гигант. Вот, сейчас я прочитаю про него. Вот он. Плоды бывают от 30 до 100 паундов, фунтов. Это, ну вот фунт, это получается 454 грамма. Это, ну, примерно, грубо так скажем, от 15 до 50 килограмм бывают плоды. Представляете? Вот. Купила я такие семена необычные. Здесь 10 семян за 4 доллара 50 центов. Тоже не дешевый, потому что редкость. Вот, я приобрела такое. Идем дальше. Смотрите, какая красота. Это оранжевый арбуз. Я покупала и выращивала желтый арбуз. Вернее, не покупала даже, потому что мне эти семена достались бесплатно. Это был у одной компании в США, был, ну как, акция, не акция. Ну, в общем, они бесплатно рассылали семена. И вот мне прислали 3, по-моему, или 5 семян арбуза желтого. И вот у меня 2 семечки проросли, и у меня такие шикарные арбузы были. И вот это вот я также заказывала, но у меня почему-то они не принялись. И я вот этот раз еще раз заказала уже с другой компании. Они должны быть очень сладкие. Вот такой вот вытянутой формы. Цена за 25 семян 3 доллара. А вот это вот цукини. Такой вот длинный цукини. Бледного такого вот оттенка. За вот эти семена я отдала за 20 семян 3 доллара. Также приобрела я вот такие вот семена тыквы. Это японская тыква. Вот, должен быть очень вкусный сорт. За 20 семян 4 доллара. Ой, падают. Вот, японская. Очень, ну, пришел этот сорт с 1804 до 1818 года. Что-то такое. Выведен был этот сорт. Вот. Уникальная вот такая вот у него форма. И очень вкусный он должен быть по замыслу. Ну, посмотрим. Также приобрела семена вот такого арбуза. Сорт называется Алибаба. Вот, этот сорт. Так. 10 лет назад вот эта компания приобрела вот этот вот, вот эти семена, стала разводить. Вот этот вот мужчина, Азиз Наиль,
из Ирака. И вот он как бы в семена эти вот привез им. Да, 25 семян, $3. Тоже должен быть вкусный сорт. Также я очень хотела вот этот вот сорт тыни. Банана. Банан называется. Банановый сорт. Вот такая дынька необычная. За 25 семян $2.50. Вот, тоже хотела, вот приобрела. Дальше вот такая вот дыня. Ее, наверное, красномяска называют. Такая вот оранжевая мякоть у нее. Вот, за 25 семян $2.50. Вот это американский сладкий, сладкая какая-то страсть называется. Вот. Но это я сказала красномяска, я просто сказала, потому что у нее мякоть, видите, какая розовая. Также мне в подарок дали бесплатно семена. Вот эти вот два пакетика дали мне бесплатно. Вот такой сорт помидор полосатый, вернисаж, черный вернисаж. Такие семена. И вот этот вот пакетик. Здесь вот такие помидоры. Но они зеленые. Здесь некоторые люди едят зеленые помидоры и жарят их, и даже сырые едят. Я сырые зеленые не ем. По моим понятиям, это не очень полезно. Вот. А вот квашеные люблю зеленые помидорки. Вот. Но это их можно срывать как зеленые, также можно их просто дать им вызреть. Тоже полосатенькие какие. Тоже вот мне бесплатно дали вот эти семена. Вот как интересно. В общем, семена не дешевые. Семена не дешевые, но если правильно вести хозяйство, вести свой огород, то семена обычно покупаются всего один раз. Вот. А дальше семена просто сохраняются из своих плодов, то, что вы выращиваете, и уже это не покупается. Вот. Поэтому семена вот купить один раз и потом, как это называется, круговорот, свои семена циркулировать, так скажем. Сажать, раздавать, менять. Вот. Сейчас я вам покажу, сколько я заплатила за эти семена. Вот мой чек. Заплатила я с налогом $46.99. Ну, $47. Видите, $47 за семена. Это дорого. Вот. Но здесь видите, какие редкие есть семена. Поэтому, как я уже сказала, покупается это один раз, и уже потом свои семена сохраняются. Вот, я очень рада, я очень люблю семена. Я получила большое удовольствие, когда я туда поехала. Там вот этот вот магазин находится в лесу вообще. Так здорово, вернее, как он находится в деревне, но проезжаешь через лес, там три моста, три речки проезжаешь, и вот вообще красота такая. Вот, кому интересно, рассылку, эта компания вообще очень популярна в США.
Вот, мы ездили в их главный офис, вот главный их магазин. Они рассылают по всему США. Вот, кому интересно, кто в США, вот это вот их адрес, телефон, а вот это их сайт. Вот, что интересно, я когда жила в Аризоне, я у них заказывала семена. Семена заказывала я у них онлайн с их сайта. Я заказывала у них несколько разных сортов, но пока из тех сортов, что я заказала, из тех семян, я сажала только зеленый горошек. И он отлично шел у меня, отлично пророс, и плоды давал хорошие. То есть семена хорошие у них. Вот. И, значит, вот этот сайт я показала. И у них во дворе, перед зданием, перед магазином, такой сад-огород красивый. И у них там росли, ну, разные овощи и вот такие перчики. Вообще кустик такой шикарный был там. Перчики разных цветов. Я вот два сорвала. То, что сохраню себе семена. Дам им немножко дозреть. И семена сохраню. Ну вот. Вот это вот мое видео о семенах сегодня. Всем пока. Купила я вот такие вот помидорки в упаковке. Картонные. Было 5 помидорок. Вот, называется сорт Кумато. Такие помидорки. Просто уникальные коричневые помидоры написано. Но вот коричневый, потому что видите, какой коричневый оттенок у помидор. Не просто красные, а вот такие вот коричневатые. Вот. И я уже семена отделила и сушу. Семена хочу сохранить. Помидорки были не дешевые. Вот за 5 штук я дала $5. Получается, за одну помидорку вот такого размера доллар. Это довольно-таки дорого. Но я их купила в основном для семян и, ну, чтобы попробовать такой сорт. Вот. Ну, обычные помидорки такие на вкус. Просто интересно то, что вот именно они такие по цвету необычные, коричневатые. Вот. Так что у меня семена сохнут. И вот здесь у меня еще разные другие семена. Это мы в гостинице. Сейчас мы еще пока находимся в гостинице в штате Миссури. Я вот вышла на улицу и села посидеть и хочу вам кое-что показать. Я на той неделе ездила, покупала семена в компанию, где редкие семена продают. И вот я видео показала, какие именно семена и цены. Сегодня мы поехали покупать. Ну, нужно кое-что было купить в магазине, и была распродажа семян в этом магазине. Это обычный магазин, обычный маркет местный. И я купила себе семена. Посмотрите, вот эти все семена были на распродаже. Вот здесь сколько? 24, по-моему, упаковки семян. За вот эти 24 упаковки я отдала меньше $8. То есть некоторые семена были по 19 центов упаковка, некоторые по 38 центов. Вот. Вообще цена изначально вот за эти была 4 упаковки за доллар. Здесь некоторые есть 2 упаковки за доллар, но они все были на распродаже. Вот, посмотрите, огурчики, вот такие вот овощи. Вот из них делают домики для птиц. Поделки разные делают. Вот, у меня, в принципе, такие уже есть, но я все равно взяла себе. Я не знаю, у меня есть маленькие такие вот семена, для маленькие вырастают такие вот овощи, потом среднего размера, это я не знаю какой. Ну, посмотрим. Так, дальше. Вот это вот зеленая фасоль, цукини, сладкий перец, банан называется сорт. Вот это, кстати, одинаковый сорт, зеленая фасоль.
Так, дальше. Ну, вот эта вот зелень, ее можно тушить, парить. Полезная. Кинза. Два сорта зеленого горошка. Вот такая вот тыква, она очень сладкая, вкусная. Баттернат называется, вкусный сорт. Вот, салатные листья. И вот здесь вот цветы разные. Здесь вот цветы. Здесь вот арбуз. И дальше опять цветы. Вот. Ну, видите, разница какая в цене. Вот. За качество какое этих семян я не знаю. Я не покупала до этого такие семена в этом магазине. Ну, проверим. Проверим. Посмотрим. Вот, так что у меня вон сколько семян. Семена меня всегда радуют. Семена я люблю. Видите, какие красочные. Ух, улетели. Ветерок. Красочные какие, видите? Красочные. Вот. Ну все, я буду все складывать, а то ветерок поднимается, чтобы меня все семена не унесло. Ну все, всем пока-пока.